Из Этажений... Соединенные Штаты Америки, труппа «Летающие фарфаны». Эти молодые артисты придумали новый трюк в номере с летающей трапецией. Они использовали комбинацию двойного лавитора. Следите внимательно и удивляйтесь. Выполняет сейчас тройное сальто. Браво! Браво! Жиль – одна из немногих женщин, способных выполнить сальто в 3,5 оборота. Цирк – это подлинная школа мужества и воли. Посмотрите, как Жиль повторяет свое сальто в 3,5 оборота. Браво! Я хотел бы, дорогие друзья, чтобы вы с особым вниманием посмотрели этот номер. За 20 лет работы в цирке мне нечасто приходилось видеть, как акробаты на трапеции выполняют в двойном перелете тройное сальто. Летающие фарфаны демонстрируют нам фантастический воздушный балет.
Серебряного клоуна вручает группе «Летающие фарфаны» его высочество принц Альберт.